Всем привет! Рад приветствовать наших единомышленников, сторонников, членов демократического выбора Казахстана. 1 февраля текущего года нами был реализован масштабный интернет-проект на платформе Telegram. Благодаря технологиям конфиденциальности мы смогли организовать безопасный групповой чат, в котором участвует одновременно десятки тысяч человек, активистов ДВК. За несколько недель мы добились рекордного вовлечения свыше 80 тысяч человек. Согласитесь, это вдохновляющие результаты. Теперь мало кто сомневается, что в этом году мы соберем миллион, который готов выйти на площади наших городов, чтобы мирно потребовать смены политического режима Назарбаева. Первая психологическая планка преодолена. Мы успешно освоили алгоритм вовлечения друзей через социальные сети. 21-22 марта «Демократические выборы Казахстана» реализует свой второй масштабный проект. Мы переходим к следующему этапу развития ДВК. Мы расскажем о нас соотечественникам за пределами интернета, в наших городах и регионах. 21-22 марта, как и все казахстанцы, мы будем отмечать Наурыз, праздник обновления, очищения, любви. И это очень созвучно с теми процессами, которые демократические выборы Казахстана актуализировал в стране. Словно после зимней спячки пробуждается наше общество. Мы видим, как очищается сознание людей от навязчивых и бессмысленных стратегий Нуротана. Казахстанцы готовы к обновлению и переменам. Наши сердца с волнением открываются идеям свободы и торжества справедливости. Наши помыслы продиктованы искренним и справедливым чувством, любовью к Казахстану, желанием жить в сильном и благополучном обществе. Поэтому 21-22 марта мы предлагаем нашим сторонникам и членам ДВК прийти в места традиционного празднования Наурыз в наших городах с голубыми и синими шарами, либо прикрепить на одежды голубые ленты или банты. Так мы покажем, что у нашего движения есть единомышленники во всех уголках страны, что нам близок дух единства и обновления. Только вместе мы можем пройти этот путь исторического очищения нации. И сейчас мы находимся в самом начале. Помните, дорогу осилит идущий. Пришло время перемен. Алга ДВК! Всем привет! Вы только что посмотрели видеоролик на моем канале YouTube. Вы можете сделать свой вклад в развитие движения «Демократические выборы Казахстана». Первое. Подпишитесь на мой канал YouTube. Второе. Поделитесь видео со своими близкими друзьями. Третье. Вступайте в демократический выбор Казахстана.